Приветствую, ребята, жители Лазурная, также отдыхающие. Здрасте. Вот. Пару дней назад. Если вернее и точнее, в понедельник я ходил в центре Лазурного и снимал видео. Снял, я думаю, нормально, по возможностям своим. А именно, то, что могу снимать, то и снимаю. Появились комментарии, что качество видео не очень. Скажу для таких людей, не нравится, не смотрите. На что могу, то и снимаю. Да, я, конечно, немножко там тупанул. Вот. И наложил музыку в конце видео на свой голос. Это я признаю. Поэтому я видео то удалил. Поэтому, думаю, будет замену предыдущего видео. Интересно посмотреть, как утром в 8 утра вот выглядит Лазурная, а именно улица Октябрьская. Вот. Здесь явно кто-то из вас отдыхал, если вы приезжали отдыхать в Лазурное. Ну, очень большой процент вероятности, что вы здесь где-то комнату снимали. Потому что это самая центральная улица, которая выходит на летний рынок, где там Суперсам, кафе Папперони и те подобные все заведения, которые летом работают. Ну, кроме тех, которые сейчас работают. Это большой Суперсам и кафешка Папперони. Вот так выглядит сейчас улица Октябрьская. Да, есть немножко изменения. Люди заборы где-то поменяли, где-то что-то пристроилось новое. Ну, в общем, особо не поменялось, но тем не менее. Так все выглядит. Еще раз повторюсь. Я снимаю все свои видео на телефон. Покупать камеру я не вижу рациональности хорошую. Во-первых, она очень дорого стоит. Во-вторых, сейчас не очень деньгами располагаю. В-третьих, на этом телефоне довольно хорошее качество. Я думаю, что если вы умеете на Ютубе, например, выставлять лучшее качество, то оно будет нормальным. Телефон нормально снимает. Свои HD-качества он выдает. Вернее, свое HD-качество. 720p. Вот. Ну, сейчас еще поснимаю до конца этой улицы. Мало, может, кому-то интересно посмотреть, как что выглядит. Здесь кафешка летом обычно открыта. Музыка играет. Погодка в Лазурном очень такая необычная, потому что полдня бывает очень жарко, полдня прохладненько. Как-то погода не нормализуется. Очень сложно сказать, какие плюсы. Но думаю, где-то не выше плюс 15. Поэтому я говорю, полдня обычно тепло, полдня холодно. Здесь тоже кабачок, то ли кафешка. Какая-то тоже работа. Скорее всего, просто пиво на разлив было летом. Ну и вот летний рынок вот так выглядит. Я надеюсь, все меня поняли нормально. Понимаю, что такое снимать видео, когда ты работаешь. Да, я работаю. Есть возможности. Вот так все выглядит. Так, ребята, много снимать не могу, мне уже надо спешить на работу, я немножко опаздываю. Всем хорошего дня, взаимопонимания. Вот, кстати, новый еще пансионатик строится. Вот. Комментируем адекватно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!